Только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун, страсти и невежества, похоть, желания и страсти покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благости и обретает полное счастье. Комментарий по Божественной милости Ачхе-бхактивиданта Свами Прабхупады. В своем естественном изначальном положении живое существо, испытывая духовное блаженство, полностью удовлетворено.
Такое состояние бытия называется брама-бута или атмананди, состояние самоудовлетворенности. Эта самоудовлетворенность не имеет ничего общего с удовлетворенностью бездеятельного глупца. Бездеятельный глупец пребывает в состоянии тупого невежества, а самоудовлетворенный атмананди трансцендентен к материальному бытию. Этой стадии совершенства человек достигает тогда, когда навечно утверждается в преданном служении. Преданное служение – это не пассивность, а чистая, беспримесная деятельность души. Деятельность души оскверняется от соприкосновения с материей, и такая оскверненная, болезненная деятельность души проявляется в форме вожделения, желаний, страстей, пассивности, глупости и сна. Воздействие преданного служения проявляется в том, что преданный выходит из-под влияния страсти и невежества. Преданный сразу же утверждается в гуне благости и продвигается дальше, поднимаясь до уровня Васудевы, состояние беспримесной сатвы или шудха-сатвы. Только в состоянии шудха-сатвы, благодаря чистой любви к Господу, можно всегда воочию видеть Кришну. Преданный всегда находится в гуне беспримесной благости, поэтому он никому не причиняет вреда. Они преданы, сколь бы образованным он ни был, всегда приносит вред. Преданным не движет ни глупость, ни страсть. Те, кто несет зло, кто глуп и кем движет страсть, не могут быть преданными Господа, хотя они могут выдавать себя за преданных. Преданный всегда наделен всеми добродетелями Бога. Эти свойства могут различаться количественно, но в качественном отношении между Господом и Его преданным нет разницы. Хорошо приводите время. Хари Бог! Хари Бог! Мне кажется, мне почему-то кажется, что вы можете так поэнтузиастичнее, нет? Хари вчерашний вопрос, Матаджи задавала вопрос насчет того, как, ну, если Шрила Прабхупада когда-то считал свои успехи своей заслугой. Well, here's some excerpts of some letters that he would write to disciples. Я бы хотел вам прочитать отрывки из некоторых писем, которые он писал своим ученикам. And it clearly indicates how Prabhupada felt about himself and the Hare Krishna explosion, we used to call it the Hare Krishna explosion. И здесь в этих отрывках представлено очень четкое, ясное видение Шрилы Прабхупады, как он вообще относился к развитию сознания Кришны, а именно к срыву Харе Кришна, как мы это называли. I hope you all pray to Krishna, so I may be able to execute my duties properly.
Я надеюсь, что все вы молитесь Кришне для того, чтобы я мог должным образом исполнять свои обязанности. Actually, I am dependent on your mercy. На самом деле я очень завишу от вашей милости. So this is, you know, this is to his disciples. И вот Шрила Прабхупада это писал своим ученикам. You cannot survive without my mercy, and I cannot survive without your mercy. Вы не можете выжить без моей милости, а я в свою очередь не могу выжить без вашей. It is reciprocal. Это обоюдная милость. This mutual dependence is based on love. И эта взаимная зависимость основана на любви. Krishna consciousness. Зависит от сознания Кришны. This is an interesting one because, you know, we have in our society we have juniors, peers, and seniors. Это очень интересное высказывание Шрилы Прабхупады, потому что в обществе обычно есть младшие, старшие и равные. But in one sense, we're all on this, in the same boat. Но в каком-то смысле мы все вместе находимся в одной лодке. And as Prabhupada points out here, we're equally dependent. I can't remember the word, but there's another word. But equally dependent on each other's. Ну и как упоминает здесь Шрила Прабхупада, мы в равной степени зависим друг от друга. Есть еще одно слово, просто я его сейчас не помню, которое более точно это обозначает. Like, you know, I'm giving the morning class. Как, например, я даю утреннюю лекцию по Шримад Бхагаватам. How would I feel if no one turned up for the class? И представьте, как бы я себя почувствовал, если бы никто не пришел. Of course, Prabhupada said, if no one comes to your class, then you can preach to the wall. Ну, конечно, Шрила Прабхупада говорил, если никто не приходит на лекцию по Шримад Бхагаватам, то вы должны проповедовать стенам. Because at least by preaching to the wall, you hear yourself. Потому что как минимум, когда вы проповедуете стене, вы слышите себя. And this is the point. I may be giving the class, I may be speaking, you may be hearing, but we're equally dependent on the Bhagavatam, whether you're speaking it or hearing it. И в этом смысле я что-то рассказываю, говорю, вы слышите, вы меня слушаете, но в равной степени мы зависим от Бхагаватам. Yeah, remember the word now, interdependent on each other. Interdependent. Вот, я вспомнил это слово, это взаимозависимые друг от друга. So, sometimes, you know, as a sannyasi, I get a little upset because I'm a sannyasi. Everyone wants to serve. Ну, как сannyasi, иногда я чувствую такое раздражение, потому что, ну, благодаря моему статусу, многие хотят мне служить. Especially when you go to Russia, they got free cooks in the kitchen cooking for you. Ну, и особенно когда вы едете в Россию, там три повара готовят только для вас. And I bring in all these preparations. Я не приношу все эти блюда. What shall I do? Ну, я развожу руками, я не понимаю, что с этим всем делать. So I bring in the servant. Ну, я зову своего слугу. Can you help me? И прошу его, ты можешь мне помочь? Eat as much as you like. Ты можешь есть, сколько тебе влезет. Because if you don't eat, then the cooks get upset with me because I never eat. Потому что если эта пища не будет съедена, то повара не обидятся на меня за то, что я не попробовал то, что они сделали.
And I get upset because you know, we could as well serve the other Vaishnavas too. Ну и также можно как-то испытывать неудовлетворение, так как мы можем в равной степени служить другим вайшнавам. I remember when I took sannyas, the next morning I was lining up for Charanamrita, and one sannyasi came up and said, Maharaj, you don't need to line up now. Come to the front. И вот я помню, на следующее утро после церемонии получения саньясы я стоял в очереди для того, чтобы получить чаринамриту, но ко мне подошел другой саньяси и сказал, Махарадж, вам нет необходимости стоять в очереди, вы можете прийти вперед. And I said, well, thank you very much for the offer. Я ему ответил, большое спасибо за предложение. But lining is also taking чаринамрита. Even lining up for it. Но когда мы стоим в очереди, это тоже является частью процесса почитания чаринамриты. You know, kind of вот, стоите в очереди, в нетерпении, ждете. Я уже ближе, ближе. Everything is so easy. Так как если все будет легко, then you lose the devotion. Тогда мы можем потерять нашу преданность. Prabhupada was once washing his clothes. Однажды Шрила Прабхупада стирал свою одежду. And the servant came in and he saw him washing his clothes. Его слуга зашел и увидел, как Шрила Прабхупада стирает одежду. And he said, Prabhupada, I can do this for you. И он сказал, Шрила Прабхупада, я могу это сделать за вас. And Prabhupada said, no, it's all right. Шрила Прабхупада сказал, нет, все нормально. I want to be as independent as possible. Он сказал, что я хочу быть независимым настолько, насколько это возможно. So it's not like because you're a sannyasi you do nothing. Это не так, что если вы саньяси, то вы вообще ничего не делаете. In fact, my base in Lithuania is 200 miles away from the temple, so that no one washes my clothes or cooks for me. I can do it myself sometimes. If it's your base. In my base, it's 200 kilometers away from where any. Вот как бы в месте, в котором я в основное время живу, это место в 200 километрах от Литвы. From the temple. Yeah. Yeah. Do you understand what I'm saying? If you're near the temple, everyone wants to to do all these things for you. То есть обычно, если вы находитесь в храме, то все пытаются что-то как-то вам послужить, что-то за вас сделать. Но если вы находитесь вдалеке от храма, то вы можете сами стирать свою одежду и готовить себе пищу. То есть иногда мы можем быть саньяси. Although officially I am your spiritual master, и хотя официально я являюсь твоим духовным учителем, I consider you all students as of my spiritual master. Я также считаю вас учениками моего духовного учителя. Because your love for Krishna and service for Krishna, так как ваша любовь и служение Кришне, teach me how to become a sincere Krishna conscious person. Учат меня, как быть искренним и сознающим Кришну. On behalf of Krishna, I am accepting your sincere service. И от лица Кришны я принимаю ваше искреннее служение. But on the whole, I am servant of the servant of Krishna. Но в целом я являюсь слугой слуги Кришны. Therefore, I may be designated your spiritual master. Поэтому я могу быть вашим назначенным духовным учителем. But actually, I am the servant of the servant of Krishna. Но на самом деле я являюсь слугой слуги Кришны. Because you are all sincere servants of Krishna. И так как вы все являетесь искренними слугами Кришны, I am your servant. Я также являюсь вашим слугой. Hare Bol. Hare
Hare Krishna. Also, there was a nice story of Bhaktisiddhanta. Wherever he went to preach, there was this person that would follow the party. Somehow you find out where Bhaktisiddhanta was giving his evening class, and he would come and he would disrupt the class in some way. Ну, вот есть одна очень замечательная история про одного человека, который всюду следовал за Бхактисиддхантой Сарасвати Такуром. Он как-то вызнавал, где он будет приводить свои лекции, и каждый раз на лекциях он как-то прерывал их и мешал ему. Bhaktisiddhanta wouldn't allow his disciples to, you know, interfere, because naturally as a disciple he would want everything perfect for the spiritual master. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он не позволял своим ученикам вмешиваться в это, так как ученики естественным образом они хотели, чтобы все было комфортно и хорошо для их духовного учителя. One day Bhaktisiddhanta was in one mat and he heard a kirtan going on down in the temple. И вот в один день Бхактисиддханта Сарасвати Такур посетил один мат, и он услышал там киртан. He came down, he said, "Oh, is it a festival today?" И он спустился, он туда зашел и спросил, а что сегодня какой-то фестиваль? No Guru Maharaj. И ему ответили, нет Гуру Махарадж. Then why are you having kirtan this time? Он спросил, а почему тогда у вас идет киртан в это время? Guru Maharaj, your worst enemy has just left his body, so we're just having a kirtan in celebration. Ему ответили, Гуру Махарадж, ваш самый злейший враг, критик, только что оставил тело, и поэтому мы празднуем это и поем киртан. And Bhaktisiddhanta said, he was not my worst enemy, he was my best friend. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур ответил, он не был моим злейшим врагом, на самом деле он был моим лучшим другом. He taught me patience, tolerance and humility. Он учил меня терпению, смирению, кротости. Hari Bol. Hari Bol. So we can learn. From everyone. Таким образом мы можем учиться у каждого. Even a tree. Даже у дерева. There's some instructions that Krishna gave to Uddhava regarding how many spiritual masters you have around you. И у нас даже есть наставление Кришны, которое он дал Уддхаве относительно того, сколько духовных учителей у вас может быть. I was once in Lithuania in the middle of winter. I was walking in a forest. I suddenly got this realization of all the trees being very special in the sense that they're very tolerant. Вот как-то в Литве посреди зимы я гулял по лесу, и ко мне пришла такая реализация, осознание того, насколько деревья терпеливы. Cold, wet. From all kinds of conditions, they're standing there still. И вот они стоят в холоде, в сырой погоде, но тем не менее они не высказывают какого-то неприятия. So I had this desire to go up suddenly and embrace one of the trees. И вот вдруг во мне проснулось такое желание подойти и обнять дерево. First I looked this way. Сначала я посмотрел по сторонам. You know, they already think we're crazy. Люди уже думают, что мы сумасшедшие. So then I came up and I embraced one tree. И затем я подошел к одному дереву, обнял его. And I said, "My dear tree, you have so much tolerance." Я сказал, дорогое дерево, в тебе так много терпения. Please give me one drop of your tolerance. Пожалуйста, дай мне хотя бы одну каплю твоего терпения. I really enjoyed that. Ну, мне это очень понравилось. I don't know if the tree enjoyed it, but I... Не знаю, насколько это понравилось дереву, но мне понравилось. So this morning we're going to talk a little bit
also about japa. Так, сегодняшним утром мы еще немного поговорим о джапе. Srila Prabhupada said, вот Шрила Прабхупада сказал, if you can chant your 16 rounds by 10 o'clock in the morning, you will have no anxiety throughout the day. Он сказал, что если вы вычитаете свои 16 кругов утром до 10 часов, то весь день у вас не будет никаких беспокойств. Yeah, this is true. Это действительно так. If you know you still have 5 rounds and it's 6 o'clock in the evening. If you still have 5. Если у вас еще осталось 5 кругов, а уже 6 часов вечера. It means all that time you've been in anxiety and you've still got 5 rounds, I've still got 5 rounds. Это означает, что весь день до этого времени вы провели в беспокойстве, так как вы постоянно думали о том, что мне еще осталось вычитать 5 кругов. And try chanting those 5 rounds at the end of the day. И когда мы пытаемся вычитывать эти 5 кругов в конце дня, it's not easy. Это не так уж и легко. So better to do everything in the morning. The morning time is our time. Поэтому лучше всего все это делать утром, так как утреннее время – это наше время. For non-devotees, night life is the best. Для непреданных самое лучшее время, которое они считают, это вечернее, ночное. That's when they get really excited. И вот именно в это время они чувствуют такое возбуждение. Our life is morning life. А наша жизнь – это утренняя жизнь. It's the best time to do all spiritual activities. Это самое лучшее время для того, чтобы осуществлять духовную деятельность. Chanting japa is an essential activity for the Vaishnava devotees. Воспевание джапы является наиважнейшей деятельностью для преданного. If we daily chant our 16 rounds and follow the four regulated principles. Если мы будем каждый день воспевать 16 кругов и следовать четырем регулирующим принципам, and do some service, и будем выполнять какое-то служение, remain sincere, и также мы будем оставаться искренними, we can go back home, back to Krishna, even in this lifetime. Мы можем вернуться назад домой, назад к Кришне, даже в эту жизнь. Krishna once asked Prabhupada, you know, your disciples are going out in all conditions. It's Kali Yuga and so much pollution. They're going out and distributing your books. Is there, you know, a possibility that because of association with non-devotees, that at the time of death, they will not be 100% pure. Tamal Goswami Krishna. Go back home. Tamal Krishna Goswami Maharaj как-то спросил Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупада, вот преданные распространяют ваши книги, но так как мы живем в Кали-югу, есть ли какая-то вероятность, что вследствие общения с материалистами преданные не смогут вернуться назад домой к Богу? Prabhupada said, you take that chance for Krishna. Шрила Прабхупада ответил, ты должен рискнуть для Кришны. You take that chance. Ты должен рискнуть. And if at the time of death you're not 100% pure. Даже если, и если на момент смерти ты не на 100% чист, because you've assisted Shri Shri Gauranitai, из-за того, что ты помогал Шри Шри Гауранитай, then at the time of death they will enter into the recesses of your mind and heart and drag you back home, back to Godhead. Recesses. They will go into the mind and heart and drag you back home. То Шиши Гауранитай, они войдут в твой ум и в твое сердце и буквально вытащат тебя оттуда. Мне показалось это очень замечательное, воодушевляющее утверждение. Все, что нам необходимо делать, это быть искренними. You are best. Мы должны прилагать максимум своих усилий. Leave the rest to Krishna.
А все остальное оставить на волю Кришны. Another time Prabhupada was giving a class and he was talking about being 100% pure and then you can go back home, back to Godhead. Была еще одна история, когда Прабхупада давал лекцию и объяснял, что объяснял важность того, что вы можете вернуться назад домой к Богу, только когда будете на 100% чисты. And he looked at the devotees. И затем он посмотрел на преданных. They were thinking, well, that comes to me, how am I going to be 100% pure? Ну, преданные все подумали, ну, навряд ли я попадаю в это число, я не могу быть на 100% чистым. And Prabhupada said, okay, 90% pure. Шрила Прабхупада посмотрел и сказал, ну хорошо, на 90% чистые. And still there was no conviction. И также он увидел, он не увидел в их глазах убеждения. All right, 80% pure. Потом он сказал, ну хорошо, 80% чистоты. And still the devotees were not convinced. И также преданные не были убеждены. So then finally Prabhupada said, he said, all right, just hold on to my dhoti. И тогда Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо, просто держитесь за мою дхоти. I have the keys to the back door. У меня есть ключи от задней двери. I will take you back. И я вас приведу туда. But he was saying that this, you know, these four regulated principles of chanting 16 rounds, this is the backbone of our life as a devotee. Но при этом Шрила Прабхупада всегда говорил о том, что 16 кругов и 4 регулирующих принципа являются основом, позвоночником нашей практики возвращения назад домой к Богу. Of course, nowadays you'll have some devotees will have us believe, some fringy devotees will have us believe that, you don't need to chant 16 rounds. Ну, конечно, сейчас вы, может быть, слышите или знаете каких-то несерьезных преданных, которые говорят, ну, вам, у вас нет необходимости читать вот прямо 16 кругов. Don't be a fanatic. И вот их фраза, это не будь фанатиком. Have you heard that? Слышали такие высказывания? I never thought I'd come to the day where I would hear such a thing. Честно говоря, никогда не думал, что доживу до такого дня, когда буду слышать такие вещи. Originally, Prabhupada told his first disciples to chant 64 rounds. Изначально Шрила Прабхупада говорил своим первым ученикам о том, что им необходимо читать 64 круга. After a couple of days, they came to Prabhupada and said, "Prabhupada, this is not possible." После нескольких дней они пришли к Шриле Прабхупаде и сказали, Шрила Прабхупада, это невозможно. So then Prabhupada said, "Oh, okay, chant 32 rounds." И тогда Шрила Прабхупада сказал, ну хорошо, воспевайте 32 круга. И они потом опять вернулись к нему. И сказали, Шрила Прабхупада, даже 32 круга это слишком много для нас. You cannot sit still for 5 minutes. You've got to be doing something with your hands and legs. И Шрила Прабхупада сказал, да, это ваша проблема западных юношей и девушек. Вы не можете сидеть ровно на месте, не двигаясь. Вам постоянно надо что-то делать руками, ногами. He said, all right, 16 rounds. И он сказал, ну хорошо, 16 кругов. But nothing less. И ни одним кругом меньше. And he said, not at the same time, but he has said, this is Prabhupada saying, this is not me. И также Шрила Прабхупада потом сделал следующее утверждение, это говорит он, а не я. That if you don't chant 16 rounds, что если вы не воспеваете 16 кругов, then you're not better than the animals. То вы ничем не отличаетесь от животных. Получили, усвоили. Yeah.
thinking that there's so many other things I can do rather than chant. Мы думаем, что есть так много вещей, которые мы можем делать помимо воспевания. In fact, I have a video which devotees made. How devotees are chanting and doing so many other things at the same time. Вот у меня есть даже одно видео, которое сделали преданные, на котором показывается, как обычно преданные воспевают и параллельно что-то делают еще. It's a very good video. Well, it's not very good, but it's funny. Это очень такое смешное видео, конечно, оно не прямо такое хорошее, но. Sometimes I'm picked up at the airport or train station. And the devotee picks me up. Иногда преданные меня забирают с аэропорта или с железнодорожного вокзала. I don't know the driver, I sometimes sit at the back. If you don't know. Если я не знаю водителя, обычно я сажусь сзади. And I've had drivers who, you know, they're chanting japa while they're driving. And you know, if you're holding your japa, you have to hold the beads and you have to stick this finger out. And so he's holding the steering wheel, something like this. But he has to hold his beads. So that one's out. That one's for the beads. And this is for the steering wheel. Ну вот некоторые водители преданные, они когда меня везут, они держат в правой руке мешочек с четками, и получается, что один палец должен выходить наружу, эти два должны держать четки, и фактически они держат руль и ведут вот этими двумя пальцами. So then his phone rings. И тут звонит его телефон. It's from the temple, right? Это звонок с храма. Yes, I picked up Maharaj, we'll be there in about 10 minutes. И преданный отвечает, да, я взял Махараджа, все, мы будем через 10 минут. And then if he's a businessman, а если это какой-то бизнесмен, his other phone rings. Он звонит второго телефона. And I'm in the back going, я сижу сзади. Prabhu, I want to live another day. Думаю, ну, Прабу, мне надо еще день этот прожить там. And that's only because we have no faith in the holy name. И все это происходит, потому что у нас нет веры в святое имя. I have to chant 16 rounds. Мне надо вычитать свои 16 кругов. How boring. Как скучно. Well, I make sure I'm doing something while I'm doing it. Ну, наверное, что-то поделаю параллельно. No taste. Это показывает то, что у преданного нет вкуса. I'm not saying for everyone. There are some devotees that are very nicely dedicated to the holy name. But you get these individuals. Я не говорю, что это распространено среди всех, но некоторые личности как бы это практикуют. I caught one a couple of days ago in your temple here. Я как бы поймал одного такого преданного на днях в храме в Кишиневе. Is he here? Он здесь? No. I was giving a class and he was chanting his japa. Вот я давал лекцию по Шримад Бхагаватам, а он в это время читал джапу. I nipped him. What are you doing? Я как бы его так отругал, еще спросил, ты что вообще делаешь? Make your choice, either chant or listen. Должен выбрать или слушать лекцию, или воспевать. One time Prabhupada saw a beat bag hanging on that door on a hook of a coat hanger. Как-то раз Шрила Прабхупада увидел мешочек с четками, который висел на крючке для одежды. And he said, who are those beads that are crying? И он спросил, а чьи это четки, которые плачут? Yeah. Who are those beads? Чьи это четки? Whose beads are those crying? Чьи это четки, которые плачут по своему хозяину? He said, 90% of our advancement is dependent on our chanting japa. Шрила Прабхупада также сказал, что 90% нашего духовного развития зависит от воспевания святого имени. All other processes of bhakti are contained in this chanting. Все остальные процессы
все остальное включено в процессе воспевания, чтения джапы. Chanting is the most important of the nine processes of devotional service. Воспевание является самым важным из девяти процессов преданного служения. The goal is to always remember Krishna. И цель этого всегда помнить Кришну. The best way to do this is by chanting. И самый лучший способ это делать, это воспевать. Our beats are our connection to Krishna. Наши четки представляют собой нашу связь с Кришной. Our beats are our ticket back home, back to Godhead. Четки являются нашим билетом обратно назад домой к Богу. The chanting is the essence of our philosophy. Воспевание является сутью нашей философии. He also once said that if you boys and girls did not chant the Hare Krishna mantra. Как-то Шрила Прабхупада сказал, если вы, юноши и девушки, не воспевали бы Хари Кришна мантру, you would not be able to do anything. Вы бы не смогли ничего делать. The Lord asked Prabhupada, what do you personally feel when you chant? Как-то Шрила Прабхупада один преданный спросил, а что вы испытываете, когда вы читаете джапу? Шрила Прабхупада replied. И Шрила Прабхупада ответил. I feel no fear. Он сказал, я не чувствую никакого страха. Fearless. Бесстрашие. One time in London, I was personally there on this morning walk. Это было в Лондоне, была утренняя прогулка, я лично там присутствовал. And it was a cold morning. Это было холодное утро. All the water puddles on the path had turned into ice. И все лужи на дорожках они замерзли. And Prabhupada started to do something which was very much out of the ordinary. И Шрила Прабхупада начал делать что-то очень необычное. He started to smash the ice. Он начал разбивать лед на лужах. And then he would go to the next puddle and smash that. И затем он подходил к следующей луже и разбивал лед и на ней. What's Prabhupada doing? И мы подумали, интересно, а что это делает Шрила Прабхупада? Usually he was very conservative. Обычно он был такой очень консервативный. He would either chant japa or explain some philosophy. Он или читал джапу, или объяснял какую-то философию. There he was, smash. И вот тут мы видим, он разбивает лед на замерзших лужах. And then he stopped. И вот он остановился. And he asked, и спросил. Pointing to one puddle, what does this mean? Указывая на одну лужу. Что это означает? Well, it's ice, Prabhupada. И один преданный ответил, это лед Шрила Прабхупада. I know it's ice, but what does it mean? Я понимаю, что это лед, но что это обозначает? No one could answer. И никто не мог ответить. And then he said, и он сказал, ice is Maya. Лед это Майя. The natural constitution of water is liquid. Естественное состояние воды – это жидкость. Но когда вода контактирует с холодной, с низкой температурой, то она трансформируется в лед, а лед он очень скользкий и опасен. He said that originally our hearts were very soft. И Шрила Прабхупада сказал, изначально наши сердца были очень мягкими. But because we've been dancing to Maya's tune for so long. Но так как мы танцевали под дудку Майи так долго, our hearts have become hard. Наши сердца стали очень твердыми. You know, when you think of how long we've been dancing to Maya's tune. Если подумать, как долго мы танцуем под дудку Майи, you know, it's no wonder it takes us some time to become familiar
with the holy name. То не удивительно, что нам требуется какое-то время для того, чтобы полноценно познакомиться со святым именем. We celebrate birthdays. Мы празднуем дни рождения. I am 21 years old today. Сегодня мне 21 год. I am 35 years old today. Сегодня мне 35 лет. I am 64 years old today. Сегодня мне 64 года. But actually, yeah, and we also get people singing happy birthday, they give us a cake with candles. Но при этом, конечно, люди поют в нашу честь, поздравляют нас с днем рождения, кушаем праздничный торт со свечками. But are we 21? Are we 35 or 64? Но действительно ли нам 21 год или 35 или 64? What an illusion. Какая иллюзия? More like a billion years old today, or at least a million years old. Ну нам как минимум миллион лет сегодня. Are you gonna make a cake? Вы сделаете такой праздничный торт? Put some candles on. Поставите на него свечки. Happy birthday to you. Начнете петь с днем рождения. No. Нет. It's embarrassing. Ну это неудобно. And that's why our heart has become hard, so hard. Именно поэтому наше сердце стало таким жестким и твердым. So Prabhupada continued the analogy. И затем Шрила Прабхупада продолжил аналогию. He said that later this morning the sun will rise and melt the ice. И он сказал, чуть позже взойдет солнце и этот лед растает. And he said, if you take to this chanting, if you seriously take to this chanting of the Hare Krishna mantra, your heart will also become soft again. И он сказал, если вы будете серьезно воспевать святые имена Хари Кришна мантру, то ваше сердце также снова станет мягким. Я подумал, какой замечательный пример дал Шрила Прабхупада. И как замечательно то, как он во время своих утренних прогулок гулял и все связывал с Кришной, он везде видел связь с ним. One time again he was on a morning walk and there was this man fishing. На другой утренней прогулке он видел человека, мужчину, который рыбачил. As Prabhupada got up, и когда Шрила Прабхупада встал, as Prabhupada was walking by, и когда Шрила Прабхупада проходил мимо него, the man he caught a fish and opened up. Этот мужчина он как раз поймал рыбу и начал натягивать леску. And he turned to Prabhupada and said, "Would you like?" И он повернулся к Шриле Прабхупаде и сказал, "А вы хотите?" Would you like the fish? А вы хотите получить эту рыбу, которую я споймал? And Prabhupada said, no, you enjoy. Шрила Прабхупада сказал, нет, вы сами наслаждайтесь. And he walked a few more steps. Он сделал еще несколько шагов. And he said to the disciples. И сказал своим ученикам. And suffer later. А позже страдайте. So. Another morning walk past. И еще одна игра, еще одна история, связанная с утренней прогулкой. One devotee, he saw some ducks in the road as Prabhupada was walking with the disciples. He saw 100 meters up, he saw a whole pile of ducks sitting in the pathway. Один преданный заметил, как впереди, буквально в 100 метрах от Шрила Прабхупады, находилась такая группка уток. So one devotee ran up. Come on, Swami is coming.
И преданный побежал вперед и начал их разгонять, и повторяя, что ну давайте, расходитесь, тут с вами сейчас будет проходить. Очистите путь, сделайте место для свами. Ну, такой молодой, энтузиастичный Бхакта. So then he came running back, he said, Prabhupada, all the ducks have gone. И затем он подбежал назад к Шриле Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, как бы я разогнал всех уток. I moved them out of the way so that they don't disturb you. Я убрал их с вашего пути, чтобы они вас не беспокоили. And this is what Prabhupada said. И вот что ответил Шрила Прабхупада. You are thinking they are disturbing us. Ты думаешь, что они беспокоят нас? They are thinking we are disturbing them. Они думают, что мы беспокоим их. And with a compassionate nature and an open-mindedness, he could see both sides of the situation. И если у человека сострадательная природа, compassionate nature and open-mindedness. Yes. Если у человека сострадательная природа и такой широкий кругозор, то в таких ситуациях он может увидеть и может понять обе стороны. One time Prabhupada was invited to Nellore in India to the appearance day of Bhagavad Gita. What is that called? Gita Jayanti. It was a one-week Gita Jayanti celebration, and they had invited Prabhupada to come. Как-то Шрилу Прабхупаду пригласили на празднование дня рождения Бхагавад-гиты, Гита Джаянти, и в город Нилайор. Нилор. Нилор, yeah. They invited Prabhupada to come one day. Вот они пригласили Шрилу Прабхупаду на один день. So Prabhupada came. Шрила Прабхупада приехал. And he was surprised to see that there was no picture of Krishna. И он был очень удивлен тем, что на этом празднике не было ни одного изображения Кришны. They had a candle. То есть у них была свеча. That was all. Свеча в форме Кришны и все. Candle with some flowers. A candle in the shape. Candle and some flowers. Просто была обычная свеча и какие-то цветы и все. On an altar. На алтаре. So when Prabhupada was given the opportunity to speak. И Шриле Прабхупаде дали возможность высказаться, что-то сказать. He said, "You are celebrating the appearance of Bhagavad Gita." И он сказал, вы знаете, вы отмечаете день явления Бхагавад-гиты. But where is the picture of Krishna? Но где же здесь изображение Кришны? Krishna is not a candle. Кришна не является какой-то свечкой. He said that when you have a political summit, when politicians come together, they always have the picture of Nero and Gandhi present. As in respect for the previous historical politicians. И он сказал, когда какие-то политики или известные общественные деятели собираются, они всегда на этих собраниях всегда присутствуют изображения Ганди или Нера, и таким образом они высказывают им свое уважение. Here you are celebrating the appearance of Bhagavad Gita. А вот здесь вы отмечаете день явления Бхагавад-гиты. But where is the author? Но где же автор Бхагавад-гиты? Therefore you have misunderstood. Поэтому таким образом вы высказываете свое непонимание. This is the problem in India. И в этом заключается проблема в Индии. If they're not demigod worshippers, they're impersonalists. То есть, если люди там не поклоняются полубогам, то это, как правило, имперсоналисты. It's a big problem. И это большая проблема. Trying to get these Indian people to give up their demigod worship. Это большая проблема побудить индусов оставить поклонение полубогам.
When I was first in Bombay in the early days, there was one sannyasi, he was giving a Bhagavad Gita class. И вот в начале еще я как-то был в Бомбее и присутствовал на лекции одного саньяси, который давал лекцию по Бхагавад-гите. И в конце лекции один индийский джентльмен встал. Why? Why this Hare Krishna, Hare Krishna? Зачем это Hare Krishna, Hare Krishna? Why not Durga? Why not Shiva? Why not Ganesh? Почему не Дурга, не Шива, не Ганеш? What is Krishna, Krishna, Krishna? Что это вообще за Кришна, Кришна, Кришна? It was so obvious he was envious of Krishna. Это было так очевидно, насколько он завистлив по отношению к Кришне. The sannyasi was giving the class. He was very experienced. Но саньяси, который давал эту лекцию, он был очень опытным. So he said. И он сказал. If all the gods are the same, если все боги одинаковы, why are you excluding Krishna? Почему вы исключаете Кришну? That's what they, you know, they like to worship all of them. They're all the same. If we worship all of them, then we'll get what we want. Потому что, как правило, индусы, они поклоняются всем полубогам и считают, что своим поклонением они могут получить то, что хотят. No, you will not worship Krishna. А тот ответил, нет, мы не... The Indian gentleman replied. No. Свами сказал, нет, вы не поклоняетесь Кришне. Because Krishna is Hari. Потому что Кришна Хари. Hari is the one who takes everything. Хари – это тот, кто крадет у вас все. И в Лондоне есть один такой журнал «Time Out». И в одном издании они wrote. If you want to go to a really good vegetarian restaurant, go to Govinda's in Soho Street. В одном издании написали, если вы хотите попасть в хороший вегетарианский ресторан, то сходите в ресторан Говинда на улице Сохо. Если вы хотите новую пару обуви для себя, то поднимитесь наверх в алтарную. It really said like that. Там так и написали. Of course, they were joking. Ну, конечно, они так шутили. But for us, we've seen the reality. Но мы, конечно, знаем реальное положение вещей. Has anyone lost their shoes? У кого-то был опыт, когда теряли свою обувь. You come to the temple for the first time. Приходите в храм в первый раз. And you have a really good time. У вас хорошее, вы проводите хорошее время там. And then when you leave. А когда уходите, where's my shoes? Где же моя обувь? Krishna's taken them away. Вот Кришна их забирает. New leather shoes. Ваши новые кожаные туфли, обувь. He's thinking, well, you don't need these anymore. Ну, он думает, ну, навряд ли тебе это уже потребуется. Prabhupada also said that about his own life. Шрила Прабхупада также говорил об этом касательно своей жизни. He said, I tried to save my business and my family. Он сказал, я пытался спасти свой бизнес, свою семью. But Krishna took it all away. Но Кришна забрал все. He made me a beggar. Он сделал из меня попрошайку. He said, Krishna has eight arms. Он сказал, у Кришны 8 рук. North, south, север, west. Юг, запад, восток. Northeast, северо-восток, northwest, северо-запад, southwest, юго-запад, southeast, юго-восток, up, вверх, down, вниз. He said, what could I save with my two hands when Krishna took everything with his ten hands? И он спросил, что я могу спасти своими двумя руками, когда Кришна забирает все своими десятью. That's Hari. Это Хари. And then he said,
Krishna made me a beggar, and then suddenly he gave so much with his 10 hands that I could not hold with my 2 hands. И Шрила Прабхупада потом добавил, Кришна поставил меня в такое положение, что был вынужден просить у него, но затем он своими 10 руками дал мне столько, что я не мог удержать своими 2. So the next time you got something taken away from you. Поэтому в следующий раз, когда у вас что-то заберут, don't cry. Не плачьте. Because he has other things to give you. Потому что у Кришны есть другие вещи, которые он вам даст. But they're much better. И это намного будет лучше. Хорошо? Хорошо. Anyway, I think I should stop there. Мне, наверное, уже надо остановиться, да? Any questions? Какие-то вопросы? Махарадж, это мы знаем, что есть много духовных организаций, много этих духовных организаций. ИСКОН — это тоже духовная организация. И что же особенное есть в нашей духовной организации ИСКОН, которым мы должны дорожить? So, Adaka Prabhu is asking, there are a lot of spiritual organizations, and ISKCON is also a spiritual organization. What is the most valuable in our organization that we should value the most? I was afraid you were going to ask that question. Ну, я переживал, что вы зададите этот вопрос. Well, I mean, there's no one gift that Prabhupada gave us. Of course, we could say the holy name was the best gift, but Prabhupada gave us so many gifts. Ну, конечно, Шрила Прабхупада дал нам много подарков, и можно сказать, что самым главным это является это святое имя, но также он дал нам еще кое-что. If you were to write down all the gifts that you have been given since chanting the Hare Krishna mantra. Если вы возьмете лист бумаги и запишете на нем все подарки, которые вы получили с того времени, как начали воспевать Hare Krishna мантру. It would be a long list. То это получится очень такой большой длинный список. One devotee made 50, a list of 50 gifts. Вот один преданный поделился, что у него получился список из 50 подарков. And I checked them to see if there was any doubles. Я даже проверил, если там ничего не повторяется. Нет. Нет. Скажите, пожалуйста, как Шрила Прабхупада заботится о нас из духовного мира или как-то по-другому или остался с нами? So I would like to ask you, how does Shrila Prabhupada takes care of us? Well, does he do it from the spiritual world or he is present here? How is it happening? I was afraid you were going to ask that one too. Я тоже переживал, что вы зададите такой вопрос. You know, when Prabhupada left us, когда Шрила Прабхупада оставил нас, sorry, I'm going to get emotional here. Я прошу прощения, тут немножко эмоции переполняют. When he left us, когда Шрила Прабхупада оставил нас, it was like a void. То возникла такая пустота. And I would say at least 1 year, we disciples were walking around like zombies, we just didn't know what to do or think. Я могу вам сказать, что мы его ученики в течение года мы ходили как зомби, мы не знали, что нам делать. You know, we didn't. First of all, we didn't believe that Prabhupada would leave us. Во-первых, мы не верили в то, что Шрила Прабхупада может оставить нас. Although he gave plenty of indications that he would.
Хотя он давал нам много раз понять, что так и случится. And when he left, it was devastating. А когда он ушел, это было ужасно. How is it possible that everything's going to continue? Каким образом и как это возможно, что все продолжится? Without Prabhupada. Без Шрилы Прабхупады. But then, of course, there was, you know, a lot of discussion, and the devotees started, you know, explaining the sannyasis and the GBC, which explaining to us that actually Prabhupada has not left us. Но после этого было очень много обсуждений, бесед, и GBC, и старшие саньяси, они объяснили нам, что на самом деле Шрила Прабхупада не ушел. Because he's there in his instructions. Так как он присутствует в своих наставлениях. And if we follow those instructions, we will associate personally with Srila Prabhupada. И если мы будем следовать его наставлениям, то мы получим личное общение со Шрила Прабхупадой. I was in Vrindavan in those early, just after Prabhupada left, and one lady came up to me and she said, "Are you a Prabhupada disciple?" Я был во Вриндаване, буквально, буквально недавно после того, как Шрила Прабхупада оставил этот мир, и одна женщина подошла ко мне и спросила, а вы ученик Шрилы Прабхупады? I said, yes. Я ответил, да. She said, I need some help. И она сказала, вы знаете, мне нужна помощь. I'm losing faith in my guru. Я теряю веру в своего гуру. So, what should I say? It was like the first time I was going to defend one of my godbrothers as a spiritual master. И я даже не знал, что мне делать. Это был первый раз, когда мне пришлось как-то помогать, защищать своего духовного брата в качестве духовного учителя. She said that he hasn't done anything wrong, as far as she knew, but he just lost some faith. И эта женщина сказала, что это не то, что он что-то плохое сделал, как минимум из того, что она знает, но она начала терять веру в него. So I decided to pray to Radharani and ask her, please help me, we're in Vrindavan, you're the queen of Vrindavan, please inspire me to say something to this girl. И поэтому я решил помолиться Шримати Радхарани, я обратился к ней, так как ты являешься царицей Вриндавана, пожалуйста, помоги мне и вдохнови сказать что-то этой женщине. And what I said actually surprised me. И что я сказал, что я ответил, удивило меня самого. I said, okay, so you're not a disciple of Prabhupada. И я сказал ей, ну хорошо, вы не ученица Шрилы Прабхупады. Because I think that was her problem. She missed Prabhupada's diksha. Так как, ну, скорее всего, это была ее проблема, что она не получила возможность получить дикшу, инициацию у Шрилы Прабхупады. So I said, you're not Prabhupada's disciple, but you are a disciple of a disciple of Prabhupada. Я сказал ей, вы не ученица Шрилы Прабхупады, но вы ученица его ученика. I said, isn't that good? Я спросил ее, разве это не хорошо? What about hundreds of years down the road? А что говорить о времени, о ситуациях столетней давности? You'll be a disciple of a disciple of a disciple of a disciple of Prabhupada. Вперед, in front. Что говорить о ситуации через 100 лет? То есть вы будете ученицей ученика. And then what I said even surprised me more. А то, что я сказал дальше, удивило меня еще больше. And I said, but why am I making a distinction here? Why am I making Я сказал, а почему я вообще делаю тут какое-то различие? No. Does it mean that someone 100 years or 200 years down the road gets initiated and
his or her spiritual master is not so as potent? Означает ли это, что тот преданный, который получит инициацию через 100 или 200 лет, то есть его духовный учитель не будет обладать таким же могуществом? No. Нет. Guru is one. Guru один. So whether you get initiation today or 1,000 years down the road, there's a link with the parampara right up to Krishna. И неважно, получаете вы инициацию сейчас или через 1000 лет, все равно существует связь через Гуру Парампару. So this is how you're associating with Srila Prabhupada, because you're linked. Are you initiated? Вы инициированы, да? Yeah. Yeah. So you're linked to the parampara. And you're linked to Prabhupada's instructions. И таким образом вы получаете общение Шрилы Прабхупады, вы связаны с Гуру Парампара, и вы получаете наставление от него. So in this way, you have a relationship with Guru and Shrila Prabhupada. И таким образом у вас есть отношения с Гуру и Шрилой Прабхупадой. Дикша Сикша. Дикша Шикша. Сикша Прабхупада, everyone Сикша Гуру. Шрила Прабхупада является Шикша Гуру для всех. Once the disciple asked about the spiritual master being in the heart of the disciple. How long does the spiritual master stay within the heart of the disciple? And the answer was, as long as the disciple wants him to be there, the spiritual master will be there. Однажды один ученик задал вопрос, сколько времени находится духовный учитель в сердце своего ученика? И ответ таков, что духовный учитель находится в сердце своего ученика ровно столько времени, сколько ученик этого хочет. And let me just finish with this one point. И позвольте мне закончить с одним утверждением. You may say you're lucky because you're a disciple of Prabhupada. Вы можете сказать, ну вам повезло, так как вы ученик Шрилы Прабхупады. You saw Prabhupada. Вы видели Шрилу Прабхупаду? Yeah. Ну да. But if I was to be really honest with you, I didn't really see Prabhupada. Но если быть честным с вами, то на самом деле я не видел Шрилу Прабхупаду на то время. I was half asleep. Я наполовину спал. I wish I could meet Prabhupada today, and then now I can appreciate who he is and how to serve him. Мне бы очень хотелось встретить Шрилу Прабхупаду сегодня, сейчас, и действительно ценить и понимать, как ему служить. Nowadays the availability to become Krishna consciousness is so much more today than previously. Сегодня возможности участия и знакомства с сознанием Кришны намного больше, чем раньше. And we were the guinea pigs. А мы были такими подопытными кроликами. Like a test. What is the guinea pig in Russian? You mean like... What is guinea pig in Russian? Морские свинки. Sea pigs. Or like test. That's yeah, we were the guinea pigs, yeah. Guinea pigs are used for testing. No, мы были подопытными кроликами. They are called like test rabbits in Russian. What is the name? What is the name? Кролик. 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 And we were the кролик. We did everything wrong so that today you can do everything right. Мы очень многое делали неправильно для того, чтобы сегодня вы могли делать это правильно. So do you want to give us any credit at all? Поэтому если вы хотите как-то приписать нам эти достоинства, заслуги, this is our credit.
то вот наша заслуга. At least I can speak for myself. Ну, как минимум, я могу говорить за себя. Is that okay? Как вы удовлетворены ответом? Thank you so much. Большое всем спасибо. Шрила Прабхупада ки. Chanting 16 rounds every day. Воспевание 16 кругов каждый день. Ки. Да. Coming back home, back to God. Вернуться назад домой к Богу. Ки. Да. Его святейшество Дхирашанта Дас Госвами Махарадж. Ки. Да.